Добрый день, друзья! Ну что ж, вы включили свой любимый телеканал Shop & Show, и мы с уверенностью заявляем, именно у нас на канале самые низкие цены, поэтому нам уже повезло. Ну что ж, мы начинаем рубрику «Текстиль дома», и у нас много интересного. У нас в этом часе три новинки и бестселлеры сегодняшнего дня, поэтому оставайтесь вместе с нами. Кто вместе с нами? Меня зовут Ольга Шилова, и с нами великолепный наш эксперт Юлия Колосова, женщина, которая очень четко разбирается во всем текстиле и многому научит нас. А чему именно? Будем с вами учиться обеспечивать сами себе комфортный сон. С помощью чего? С помощью роскошного постельного белья. Сегодня две новинки. Потрясающие бестселлеры в этом часе. Очень красивые покрывала, которые вы полюбили. Ваши любимые шторы и лечебные подушки. Ну что ж, давайте уже переходить ближе к делу. И наша новинка сегодняшнего дня. Вы первые, кто видит ее на своих экранах. Абсолютная новинка, друзья, это «Северное сияние». Комплект постельного белья. Цена премьеры 1190 рублей, три размера в наличии, полутораспальный, есть двухспальный и также есть еще и евроразмер. И будьте внимательны, цена действует только до конца сегодняшнего дня. Поэтому возьмите трубку и позвоните нам прямо сейчас. Ну что ж, а мы начинаем. Юля, я вообще поражена. Друзья, ни у нас, нигде на других телеканалах, нигде в магазинах я никогда, с уверенностью заявляю, не видела такого постельного белья. Оль, не видела, потому что белье эксклюзивное. Эксклюзивный принт разрабатывался по заказу телеканала Shop & Show. Обратите внимание, непростой, с 3D-эффектом. И сегодня это возможно на хлопке. Раньше это можно только было на синтетике воплотить. Посмотрите, реализм. То есть абсолютно мы с вами видим, действительно, как будто картину, а не постельное белье. Но кроме красоты, обращаю ваше внимание на сочетание цветов. Вы посмотрите, насколько правильно подобрана палитра. Действительно, мы с вами видим сияние. Насколько это благотворно. Оказывает благотворное влияние на сон. Потому что сочетание белого и голубого с научной точки зрения успокаивает, настраивает на восстанавливающий сон. Поэтому на этом белье вы 100% будете высыпаться. Ой, друзья, как же вот этого действительно хочется. Если вам тоже хочется спокойствия внутреннего, спокойного сна, а мне очень хочется, то вот оно, ваше северное сияние, новый комплект постельного белья, который вам это ощущение подарит. Друзья, подарите сами себе это ощущение. Ощущение. Мне кажется, пришла, Юль, пора. Ну, а ты говоришь, кстати, что это хлопок. То есть пришла пора уже переходить еще и на натуральные ткани. Естественно, на натуральные ткани и только на натуральные. Я вам рекомендую спать только на хлопке. Хлопок считается королем летних тканей и неспроста, потому что он дарит дыхание нашему телу. То есть абсолютный, стопроцентный воздухопроницаемости обладает хлопок. А спать на таком белье одно удовольствие, потому что вам будет не жарко. Поэтому выбирайте хлопок. А что за хлопок у нас, Юль? Олечка, и хлопок еще и непростой. Да, ты правильно, кстати, задала вопрос. Хлопок хлопку рознь, он бывает разным. Хлопок здесь бязевый. Бязевое прочнейшее плетение. Чем хороша бязь? Кстати, не хочу голословной быть, показать хочу. Посмотрите, насколько прочна сегодня бязь. Раньше она была рыхловатой, но ее плели по-другому. А жесткая, сегодня слушай, она... как наждачка прям была, ну честно. Правильно, совершенно верно. Еще и была немножко жестковатая. Сегодня бязь мягкая, но при невероятной прочности. Обратите внимание. То есть сегодня бязь переживает второе рождение. Плетется более плотно крученая хлопковая нить. И мы с вами на выходе получаем вот такое прикосновение нежности. Поэтому я рекомендую спать вам на хлопке. Ну, а бязь советую за прочность, потому что это долговечность, и вы сэкономите на новой покупке. Вам ваше красивое, роскошное белье, ставшее уже любимым, обязательно прослужит не один год. Слушай, ну а экономию, вот, а экономию мы все любим, да, друзья? Друзья, приобретайте именно качественные товары, чтобы сэкономить. Телефон на вашем экране. Но, Юля, ты мне сейчас все ногти сломаешь, вот ей-богу. Ну вот так вот, посмотрите, мы проверили своим весом прочность бязи. Не треснула ниточка, не разошелся ни один шовчик. И при этом наволочка не потеряла своей геометрии. То есть белье не перекосило, я уже так пошучу. А это значит, оно долговечное и прослужит вам долго. А ваше белье, как часто вы меняете? Вот задайте себе этот вопрос. Я очень часто меняла до тех пор, пока не начала разбираться в тканях. Теперь выбираю бязь, и вам советую делать то же самое. Да, друзья, давайте прислушиваться к мнению экспертов, потому что в магазинах уже 1000 лет никто не дает никаких консультаций, никто ничего не показывает. Кстати, вот действительно, ведь что-то можем мы показать сегодня, друзья. Вы можете первым делом взглянуть на цену, обратить на нее особенное внимание. 1190 рублей за новинку. Это новинка сегодняшнего дня. Это новинка в целом вообще в эфире телеканала Shop & Show.
И мы вам с уверенностью заявляем, таких цен, как у нас, вы больше не найдете. Это магазин самых низких цен. Поэтому вы, счастливчики, экономите вместе с нами. Олечка, вот ты меня спросила про принт, я рассказала про краску. А ведь здесь еще один есть важный очень момент. Сейчас хочу обратить ваше особое внимание, как проверять качество краски и вообще качество белья. Один из важных моментов. Нужно белье понюхать. Сделайте вот так. Придите в свою спальню и сделайте вот так. Элементарно. Если вы почувствуете неприятный химический запах от вашего белья, такое белье выбрасывайте. Это постельное белье пахнет свежестью текстиля. Это значит, в краске, которой наносился вот этот роскошный принт, нет компонентов, вызывающих аллергию. А это значит, вы в безопасности и вы уверены в том, что вы спите на гигиенически чистом постельном белье. Слушай, как давно хотелось этого чувствовать, да, чувство безопасности. Друзья, действительно, подарите себе это чувство, закажите свое северное сияние прямо сейчас. Тем более, есть еще один очень веский аргумент. Вы знаете, в чем особенность? Вот совершая дистанционные покупки, что мне не нравится во многих магазинах, интернет-магазинах и так далее, это предварительная оплата. У нас ее нет. Вам ничего не нужно сегодня оплачивать. Оплата только при получении. Так что забирайте свое северное сияние, пока есть все три размера. Ну, а для тех, кто первый раз делает покупки с нашим телеканалом, я вам советую начать с постельного белья из хлопка. Вот такое потрясающее 3D-белье, с которым ваша спальня будет индивидуальной. Это эксклюзивное предложение. Это дизайнерская разработка. Такого принта вы больше нигде не найдете. А значит, ваша спальня будет не похожа ни на чью другую. Очень красиво будет в вашей спальне. И тем более, вот такая палитра природная будет вписываться в ваш интерьер с легкостью. Ну, а я, Олечка, кстати, еще... Вот надо быть оригинальным, действительно. Друзья, всем хочется, особенно женщинам хочется. Юля, ты же для нас подготовила эксперимент. Подготовила эксперимент и сейчас покажу. Вообще, постельное белье уже, знаете, давно перестало быть просто удобством. Это еще и полноценный аксессуар для вашего интерьера, для вашего дизайна. Ну, что касается красоты. А что касается качества, я вам сказала, что постельное белье выполнено из 100% дышащего хлопка. Это можно проверить с помощью обычного домашнего утюга. Давайте мы с вами вот так вот сделаем. Сейчас на тройку. Я поставила на утюг, это самая горячая температура. Он работает. Если бы в белье была синтетика, то прилипла бы вся эта красота на подошву утюга. Здесь же, посмотрите, с краской ничего не произошло. Подошва утюга абсолютно чистая. Это доказывает то, что это 100% хлопок, под которым вам никогда не будет жарко. И еще хлопок обладает замечательным свойством, которое для лета хорошо. Еще все-таки теплый сезон продолжается. Что за свойство? Гигроскопичностью замечательно. То есть хорошо впитывает влагу и тут же ее испаряет. И вы спите с полным комфортом все свои, я надеюсь, 8 часов. Друзья, ну наконец-таки действительно хочется высыпаться уже, и теперь это возможно, подарить себе хороший сон. Вообще наша рубрика, она к тому и ведет, что нужно наконец-таки высыпаться. От этого зависит то, как будет проходить ваш день. Ну что ж, а сегодня день удачный, удачные цены. Посмотрите, 1190 рублей. Цена премьеры за этот комплект постельного белья, за северное сияние, друзья. Закажите его прямо сейчас, получите скидку. И я напоминаю, друзья, звонки бесплатные по всей России.